Всем привет! С вами Диджей Слизень, Диджей Слайм Брода. Простите. И сегодня мы будем обозревать кое-какой предмет. Можете поставить на паузу и написать. Конечно, вы уже немного его видели. Ну, может, вы не догадались. Написать, что мы сегодня будем обозревать. Ну, хорошо. Даю вам пару секунд. Ну хорошо, все. Вот. И написали. Только на не подглядывайте. Хорошо, вот. Это ручка. Прикольная ручка. Это как бы. Там внутри вода, покрашенная. Конечно же. Видите, она немного перетекает. Наверное, плохо видно немного. Сейчас я поверну на свет. Вот, сейчас покажу. Сфокусируется камера. Что-то не особо. Давай. Опа. Хорошая картинка. Видите, туда-сюда переливается. Хорошо. Ну вот. Чтобы такую ручку сделать, нужно... Что ж это такое? Фокусировка. Вот. Нам нужно одна ручка. Вот. И, ну, вода. Краски. Любые цвета. Главное, чтобы красили воду. И суперклей. Водостойкий. Желательно. Вот. Берем. Крышку здесь снимаем. И заливаем туда воды. Уже крашеной. Вот. Потом запечатываем. И заклеиваем с этой стороны. У меня просто такая ручка. И с этой стороны. Вот. Ну и готово. Ручка готова. Ну, как видно, мне она нравится, конечно. Сейчас проверим, она пишет. Надеюсь, пишет. Сейчас. Как можете видеть, она пишет, рисует. Вот. И вы можете сделать, удивить своих друзей, сделав такую ручку. Вот она мне нравится. Вот. Мистер Эндермен, она тоже нравится. Из рубрики «Спроси Эндермена». Ну, а на этом мы заканчиваем обзор. Всем пока.